Йододефіцит – таке питання часто піднімається в усьому світі. І як же воно вирішується в Україні? Запитаємо у гості, яка вже є у нашій студії. Це Катерина Маляр, кандидатка медичних наук, завідувачка відділенням ендокринології Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, експертка з напрямку ендокринологія. Тож, пані Катерино, раді, що ви прийшли. І саме з йодом питання постає час від часу і в Україні, і в усьому світі. Мабуть, це пов'язано з тим, що ми маємо такі наслідкові проблеми, так, які пов'язані з Чорнобилем, коли люди хвилюються, переживають, а чи достатньо у нас йоду, і чи можемо ми страждати на ті проблеми, які є. Отож, що нам робити і взагалі як ставитись до цього питання? Спасибо за приглашення, спасибо за вопрос. И прежде всего, что бы я хотела сказать, что проблема йод-дефицита, она универсальная. По статистике Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллиардов населения планеты живут в йод-дефицитных зонах. И сразу хочу сказать, что это так называемая географическая, да, больше такое, скажем, геолокационное определение, потому что как раз не все зоны йод-дефицитные, а часто, наоборот, избыточные по йоду. Если мы говорим про йод-дефицит, это в основном вся Евразия. Так это есть очень широкими мазками. В США и в Канаде статистики вообще не существует. Ну, вот они как-то не считают это остро нужным собирать эти данные. Большая часть стран Африки, наоборот, избыточно по йоду, что также приносит свои проблемы. Но, тем не менее, из 7,5 миллиардов населения Земли, 2 находятся в условиях постоянного йод-дефіциту. Угу. А Україна? От що нас же цікавить Україна, ми тут живемо все одно. Останні глобальні дослідження проходили в 1998 році, коли Україна була детально, скажімо так, зонірована по областям, по регіонам. Чому була проведена така робота? Тому що в своє час вважалося, що тільки високогір'я, тільки определенные части Украины, а именно западная, если более точно, это Карпаты, Прикарпатья, склонны к этой истории. Но когда вследом за многими странами СНГ была проведена такая исследовательская работа у нас, пришли к неутешительному выводу, что фактически вся территория Украины является зоной йодного дефицита. После чего была принята программа ликвидации йодного дефицита, которая в дальнейшем, в 2007 году, к сожалению, была свернута, ну, скажем так, по разным причинам. Але вы решили что-то за цей час, от коли ця програма працювала? За это время была, скажем так, это была действительно государственная программа, в рамках которой проводилась среди декретированных контингентов, а это дети, это беременные в основном, это наиболее уязвимые. Проводилось не только исследование уровня тиреотропного гормона и других гормонов щитовидной железы, а проводилась массовая йодная профилактика, это йодированная солью или препаратами йода. Потом программа была свернута, но, скорее всего, ее в какой-то мере переплюнул, если извините, так можно сказать, сахарный диабет, потому что у нас была принята большая программа в скорости после этого. И так как диабет несоизмеримо в какой-то мере, хотя я не могу так сказать, да, более важна социальная проблема, их нельзя сравнивать. Это проблемы обе социальные, просто разного, медико-социальные, просто разного толка. Скорее всего, в этом созвучии диабет показался более значимым. Угу. Но от этого ее дефицит, безусловно, не утратил своей актуальности медицинской. Тобто, якщо ми його маємо, а ті дані, які ми отримали ще в 1997 році, вони, мабуть, не змінилися так за цей час? Ні, звісно. Нету ніяких причин, ну, скажімо так, їм змінитися. Тому нам треба самим дбати про те, безусловно, щоб йоду було достатньо у нашому організмі. Да. Отож, справді, чим може загрожувати недолік йоду, і трошки про це розкажіть, і як можна помітити його на собі? В тому-то і діло, що основні два направлення – це перша патологія щитовидної желези, так как йод является структурным элементом построения своих собственных гормонов щитовидной железы, то есть как кирпичик участвует в этом процессе, то при длительном йод-дефиците самое, ну скажем так, заметная в дальнейшем проблема – это так называемый эндемический зуб.
То есть ЗОПом называется диффузное увеличение в размерах самой щитовидной железы. То есть в эндокринологии такая история бывает, когда наши эндокринные органы путем увеличения своего собственного объема компенсируют недостающую функцию. Угу. А это можно как-то потрогать, зрозуміти, що у вас дело тут в том, не так? Что по данным, к сожалению, если было все так просто. Дело в том, что щитовидная железа так расположена, что у мужчин ее визуально можно увидеть, когда она уже достигает очень значительных размеров. Потому что у мужчин она расположена за грудина и растет в основном в середину. У женщин железа, как правило, расположена немножко выше ключицы, но, опять же, визуально она становится видна при четкой третьей, так называемой по Николаеву, это медицинская градация, когда степени увеличения. Угу. Когда, как правило, да. Треба было. По данным американских ученых, по данным, которые они опубликовали вот в предыдущий год в США, порядка только 68% патологии щитовидной железы выявляется, когда людям проводят ультразвуковую диагностику. И менее 5% выявляется при визуальном осмотре. Это естественно, потому что это нужно иметь какие-то, ну, скажем так, запущенные и довольно большие по объему. Они всегда как раз вот нашей специальности объем. Раки, как правило, маленькие. Раки, как правило, это маленькие узлы, и их невозможно выявить путем подпаторного или визуального, скажем так, оценки человека. То есть без ультразвуковой диагностики, скажем так, эта проблема не выйдет наружу очень долго. То есть человек достаточно долго может иметь такую ситуацию. А как так еще? Может, он плохо себя будет почувствовать? Можливо, просто энергетично якось він буде почуватись не дуже? Может, знаете, не вистачає сил, як то кажуть, погане самопочуття? Если розвиється гіпотиреоз, то есть, а если мы говорим о функции, это две ситуации. Это либо избыток функции, либо недостаток. Вот если в этой ситуации ситуации как раз для йод дефицита более характерен, безусловно, гипотиреоз. То есть да, но опять же, в том-то и вся опасность, что, как правило, иногда эта история может ничем не проявляться. И если, ну, образно можно сказать, что гипотиреоз для взрослого человека, ну, какая-то острая ситуация клиническая не случится быстро. Она случится позже, и то я вот сама себя прерываю и не права, что это говорю. Потому что если мы говорим о гипотиреозе, о нехватке функций у взрослых людей, я подчеркну, не у детей, не у беременных, я сейчас на этом остановлюсь, это большой спектр проблем, просто которые будут выявлены немножко позже. И они больше кардиологического толка, они больше, скажем так, нарушения уровня холестеринов и так далее. Сонливости, усталости, там, изменения качества волос, ногтей, изменения качества кожных покровов. Ну, скажем так, больше эта история будет развиваться по времени. А вот то, что опасно для беременных и для деток, я как бы скажу, что тут не только проблема самой щитовидной железы. Если мы говорим о детях, то вот самая, в принципе, основная цель йод-профилактики – это интеллектуальный багаж нации. Потому что, к сожалению, тиреоидные гормоны, или к счастью, или так мы устроены, вернее, тут не к сожалению, не к счастью, просто это так. В первые 12 недель гестации происходит формирование фактически всей центральной нервной системы плода. И тиреоидные гормоны оказывают основную роль в этой истории. И вот если мама, женщина, которая беременна, она на момент зачатия не владеет ситуацией, то есть она не знает о том, есть ли у нее, к примеру, гипотиреоз, есть ли у нее, находится ли она в такой истории, то, к сожалению, обратившись в женскую консультацию или гинекологу на постановку на учет в 16 недель, в 20 недель беременности, к сожалению, ребенку уже может нанести быть определенный ущерб. Mm-hmm. То есть вот врожденный гипотиреоз, когда дети рождаются выношенные, или врожденный гипотиреоз есть как отдельное заболевание, и есть гипотиреоз, когда ребенок выношен в такую историю на фоне, когда мама не владела ситуацией. И много таких выпадков? Сейчас, к счастью, нет. Сейчас, угу. к счастью, нет, но даже хочу сказать, когда я только начала работать эндокринологом 23 года назад, мы чаще эти случаи наблюдали. А зараз просто больше почали люди, якось, мені здається, їсти, сіль купувати з йодом, ну слава, і взагалі якось. Слава інтернету, я б сказала так. В этой ситуации, да, я вообще как врач к этому, к самодиагностике, самолечению отношусь плохо, но в этой истории это как раз плюс в том, что люди все-таки читают. Угу. Это действительно плюс. А какое-то время назад были по городу были распространены плакаты ЮНИСЕФ,
И ЮНИСЕФ вот периодически, так как Украина сотрудничает с фондом, сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения, периодически в широкой плоскости на это обращается внимание. Но вот и еще раз скажу спасибо, что пригласили, об этом надо говорить и говорить и говорить. Пока... Так, от нам треба тепер конкретні рекомендації. Так, скільки, чого, що їсти, як вживати правильно, чи можна більше з'їсти, ніж потрібно? Ну, прежде всего так. Если мы говорим о вообще, и человек, к примеру, он не является декретированной категорией, то есть это не ребенок, не беременный, это, опять же, отдельная история. Просто взрослая людина, так? Просто для взрослый человек. Это то, что называется массовая профилактика. А массовая профилактика – это использование йодированной соли в быту. Потому что йод – это летучий элемент, им невозможно передозироваться, им невозможно нанести себе какой-то ущерб. То есть это просто использование соли, как она есть. Так? Есть ряд стран, в которых продается только йодированная соль. Это политика государства, и вот на больших территориях, в частности в Китае, таким образом решают эту проблему. Отдельная история – это по беременным и по детям. Я не могу тут дать общие рекомендации и сказать, что, к примеру, всем нужно принимать тот или иной препарат, содержащий йод. Это неправильно. Я имею в виду, что там, где женщина становится на диспансерный учет, и консультируя сейчас этих женщин, ну, вот сейчас я фактически не вижу ни одной, которая гинекологами была бы как-то вот с этим дефектом обследована. Этого нет. У гинекологов есть свои протоколы, очень жесткие по этой части. Поэтому я имею в виду, что у беременных эти параметры исследуются с самого начала. Вот как только женщина попала в поле зрения, тут наши коллеги-гинекологи, вот я скажу, на большой высоте. То есть, ну, ни одно, я даже не могу не вспомнить. Не пропустять, так? Питань не буде. Пані Катерино, з приводу солі там зрозуміло, так? Ну, можна купити морську, в ній вже достатньо буде кількості йоду, так? Можна купити просто звичайну кам'яну, але йодовану, так? Ну, тобто, варіантів достатньо. У нас на ринку так точно, на українському. Можна собі придбати. А ось з приводу тих допоміжних, наприклад, там морська капуста, чи там риба, чи, можливо, просто морепродукти. В яких ще продуктах може бути достатня кількість йоду? І що би ви рекомендували вживати? Относительно, діло в тому, що ви правильно абсолютно перечислили всі ті продукти, які содержать йод, але, повторюсь, масова йодна профілактика – це исключительно йодирована соль. Я би сказала про другое. Якщо ми не говоримо про поход до доктору, да, или, к примеру, опять же, пациент не является декретированным контингентом. Что надо сделать для самого себя, к примеру, если был у семейного врача или у эндокринолога довольно давно? Ну, прежде всего, это УЗИ щитовидной железы. Потому что, я повторю, 67-68% история остается за кадром. Человек не может знать, если он делал эту историю довольно давно, вопрос, как делать, если не как часто делать, вернее. Если проблема никакая не была найдена, да, человек делал там, к примеру, какое-то было комплексное обследование, да, он делал УЗИ щитовидной железы, все в порядке было с размерами, не было узлов, не было никаких-то аномалий, ну, хотя бы раз в два года, да, потому что вот время идет, и всякая история может случиться вновь. Если никогда не делала, да, такое тоже как бы встречается, несмотря на все, желательно сделать хотя бы один раз. Но я подчеркну, что УЗИ – это картинка, да, это размеры, это объемы, это наличие или отсутствие узлов щитовидной железы, это, ну, так очень грубо сказать, это фотография, хотя это неправильно, мои коллеги-сонологи на меня, безусловно, обидятся. А второе – это функция. И вот если мы говорим о функции, чтобы посмотреть, как она работает, целесообразно, вот как бы самому для себя, если человека эта история беспокоит, это тиреотропный гормон, это гормон гипофиза, но который по принципу обратной связи регулирует щитовидную железу, а именно ТТГ, лаборатории прекрасно это знают, и так называемый свободный Т4. Вот для обычного скрининга этого вполне достаточно, двух этих показателей. Ну, знаете, люди у нас просто не ходять до лікарів, особливо зараз бояться. А якщо так прийти, просто пройти діагностику, то це треба обрати собі, там, не знаю, два дні, виділити. Я вам скажу, я вижу іноді обратні ситуації. Я, так як і стаціонарний доктор, і консультуючий доктор, я иногда вижу противоположные истории. Там, где человек, ходит весь к примеру, час, все проверяет. Ходит, да,
Это добре. Ходит сам, но там же тоже огромное количество зачастую ненужных исследований. И еще потом, начитавшись чего-то в интернете, вот так, тут так, повторюсь, так. Да, то человек сам себя уводит в какие-то дебри. Поэтому вот если мы говорим о щитовидной железе, то в принципе это УЗИ плюс ТТГ плюс свободный Т4. Как для скрининга этого достаточно. Угу. Для вот, спокійно да. жити, так? Ще якийсь час можна, там, на років 10? Опять же, это если мы говорим просто о человеке. Если это беременная женщина, если это женщина, которая по какой-то причине не беременеет, или там, где предстоит экстракорпоральное оплодотворение, это совершенно другая категория. Тут я не могу давать общих советов, это очень узкая тема, профессиональная, вот, которая нуждается в пошаговой истории. Угу. Ну, взагалі, от йододефіцит, багато країн, ми знаємо, що вони взагалі били на сполох якийсь час, коли в них був недолік, так, недолік ось йоду, так, і справді цю проблему вирішили, от саме через те, що вони там багато років вживали просто йодовану сіль, і все, і цього було достатньо для населення, щоб все це вирішити. Самий простий, наверное, пример, сказати, що перший ендокринний хірург – це Кохер, це швейцарець. И первая выраженная история гипотиреоза, запущенного гипотиреоза, была найдена в Альпах. Угу. Поэтому, ну, сейчас как бы Швейцария у нас не входит, скажем так, в число аутсайдеров по этой части. Ну так, все зробили для того, щоб можна було позбутися цієї проблеми, так? Ну і взагалі, для того, щоб людина була повністю здоровою, от просто ваші рекомендації, от ми вже почули, що треба зробити, якщо вас турбує проблема щитовидної залози, так? А якщо взагалі, то, мабуть, потрібно для себе просто прописати, що треба робити, що для того, щоб родина не страждала, так, щоб всіх нагодувати правильно, там, так, використовувати те, що потрібно. І все. І в принципі, ви можете бути спокійними. Ну, то есть я просто повторю, тогда это йодированная соль в быту для всех, она никому не нанесет ущерб. Это УЗИ щитовидной железы хотя бы раз в два года для всех. И это ТТГ и свободный Т4 для всех хотя бы раз в два года. Если находится какая-то проблема, это, безусловно, консультация доктора, потому что тут универсальной реакции быть не может. Ну що ж, все зрозуміло. Пані Катерино, дякую вам. Ми так сподіваємося, що ось така тема була сьогодні розглянута повністю. Так, ви стільки навели прикладів і досліджень, і взагалі все, що потрібно для того, щоб дізнатися, що ж у нас з йодом відбувається в Україні. Тож будемо спокійні, будемо просто вживати достатню кількість солі, ну і вчасно проходити диспансеризацію, дивитись за своїм здоров'ям, це обов'язково. Тому будемо здорові і зустрінемось за декілька хвилин. We'll be right back.